Ах, так, всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Мамкин Геймер. Мамкин Геймер, сегодня опять проходим или снова, или опять и снова проходим Ведьмака. Ведьмак 3, Дикая Охота, и как бы я его так редко прохожу, вообще шевично забываю, что мне там делать. Как, собственно, и сейчас забыл, и сейчас будем сидеть и долбаться. Смотреть, что там нам там делать, а нам надо... Магический светильник, зажечь огни в правильной последовательности. Какие огни? А? Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песнь. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Нихуя я не понял, но было очень интересно. А ну еще раз. Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Первый не шел с краю. Первым играл печальную песнь. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Собака. Собака. Этот музыку играл. Этот, наверное, первый шел. Так, второй музыку, блядь. Подожди, подожди. Что-то произошло. И правда, как будто так, за стеной посмотрим. Что-то надо сдвинулось. Надо понять правильный порядок. Четыре. Ну, зажигайся, еб твою мать. Да, пай, киш, блядь. Вали, блядь. Этот музыку играл, этот хуйней страдал. Не, загас. Сука, блядь, чё нахуй, хуёв? Можешь повторить надпись? Кажется, мы сделали что-то не то. Ну! Расскажи там, что это. Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Первый не шел с краю? Какой? Шел рядом с первым, играл печальную песнь. Третий шел рядом со своим верным зверем. Первый, блядь, четвертый не шел с краю. Шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. А, вот они двое музыку исполняли. Вот и первый не шел с краю. Может... Вот этот? Ой, блядь, их уже, блядь, двое тут. Да вы чё так пиздить, блядь? Ёб твою мать. Заебали, блядь. Так, попробуем еще раз. Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песнь. Так, посмотрим. Надо понять правильный порядок. Четыре одинаковых статуи. Пиздец это, да.
Ну, блядь. Так, а чё это? Песеньку, есть. Кажется, мы сделали что-то не так. Можешь повторить надпись? Паш, пизди, давай. Ну? Что ну? Ну, второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, третий. Но исполнял музыку, как и второй. Четвертый. Так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Четвертый, блядь. Смотри, погасло. Да нихуя себе ты ебашишь, сука. Вурдалаки ебаные. Сигур хуярит, блядь. Бля, муха. Блять, я забыл. Так, кто у нас, блядь, первый? Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песнь. Третий шел рядом со своим верным зверем. Третий. Четвертый не шел рядом четвертый с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Вот это, блядь, я так понимаю, первый. Это второй, блядь. Это третий, а это четвертый. Тогда ку-ку-хуя. Первый, блядь. Второй, третий, четвертый. И неплохо горит. Неплохо горит. Второй, смотри, блядь. Погасло. Ну ёб твою мать, сдохни нахуй. Так, блядь, еще раз пробуем, ёб твою мать. Кажется, мы первый, второй, третий, четвертый. А может первый, второй, третий, четвертый? Может так попробовать? Раз. Два. Три. Ой, ебать его нахуй, ёб твою мать, я профессионал, пиздец. Киберспортсмен, блядь. Все, ёо, лопало. Красавчик. Гений просто, могила, блядь. Как думаешь? Жаль, что это? Надписи нет. Знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Доран, то предположил бы, что это ее гробница. Лара Доран? Что это такое? Может, это просто памятник? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но... Героиня! Большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крёгининым из Лёда. Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Сосок видно, ёпта. Зачем он помогает Цири? Возможно. Ты это ищешь? Ага! И что она делает? С ним в туалет удобно ходить. Я могу его включить. Ну что, пойдем отсюда? Ночью, бля, когда не видно нихуя. Так, поехали. Блин, не... надо, блядь, этот фонарик включить свой, блядь. Где мой этот, блядь? Лед подсветка, бля. Идем? Поехали, поехали. Слышь, ты, блин, не отставай там просто. Кто-то наложил иллюзию. Кто-то наложил кучу, бля.
На ступеньках выходишь, когда там куча лежит. Так, надо чуть-чуть. Водички хлебнуть. Ой. Но дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цири. Конечно, поебало на получал, блядь, нахуй стояла там пиздела. Дело того стоило. Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, в подробности случай. Геральт, мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. А, ты хотела, чтобы я тебя того и этого, бля. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ну, конечно. Ну, так что, ты еще заглянешь? Да нихуя делать, слышь мне. Конечно, я тебя навещу. Я буду ждать. Будь здорова, Кейн. Да, с маски только побольше возьму. Жди, я вернусь. Бля. Так, чё? Где? А, лодка. Так, блядь. Магический светильник, задание выполнено. Исследовать все оставшиеся зацепки в Велене и найти жену Борона. У Борона. Снова эта хуйня появилась. Лодка, а мне надо лодка. Нахуя мне лодка? Исследовать все, блядь, эти самые. В Велене. Блядь, пиздец. Дела семейные, бля, ёбаная. А это что? Доступное задание. Пошли этих, вот это можно отпиздить где-то, да? Надо пособирать денег, там, покрафтить потом все, что это самое, того и этого. А жизни надо пополнить. Жизни, кстати, надо пополнить, надо зайти помедитировать. По дневну, по светлу пойдем, не люблю ночь. С утра пораньше встанем, блин. И пойдем. Кого-нибудь отпиздим, найдем. 78 метров, тут и фитнесом пробежать можно. Кто там у нас, блядь? Чё? А, он где-то внизу. Я не понял. Ой, блядь, сколько там много. А кто это, блядь? Ух ты, блядь. Да иди в жопу, бля. Че, блядь, нихуя себе там. Одна плюха, блядь, и мне так это пиздюлей навалял, еб твою мать. Сука так, блядь. Меч, блядь, сломался. Доступные очки умений 6. А чё, я нихуя сейчас прокачать не могу? Исследовано, исхуедовано. Мутагены. Мутаген! А что с ним делать, кстати, надо? Выбрать ячейку. Здоровье плюс 50. Подожди. Мощь знаков плюс 10. Мощь знаков плюс 5. Здоровье плюс 50. Велик. А их нельзя как-то совместить там? А, это я понял, все. По одной ячейке, да. Ну, здоровье плюс 50. Ты как бы, блядь, хорошо, но что-то маловато. Что-то как-то маловато здоровья. Здоровье. Мощь знаков.
Чё, бля? Ой, блин. Так, а где это? Чё, блядь, за херня? Ты чё, ёбнутая игра, блядь? Что ты делаешь, блядь? Верчу мышкой, он, блядь, мне этот, нахуй. Пиздец какой-то. Блядь, да остановись ты на рюкзаке, ёбаная индюшатина. Что ты делаешь? Не, ну это нормально, блядь. О, все. Успокоилась, блядь. Так. Смотрим, что тут у нас. У нас меч наебнулся. У нас меч наебнулся. А ремонтировать его сейчас... Чё, нечем? Да, нечем. Надо, блядь, ремонтировать. 49%. Серебряный, хуебряный. Магический предмет. Пробитие доспеха, шанс выжить кровотечение. Да. Он ударен. Шанс вызвать. Шанс вызвать заморозку. Попробуем вот этот меч. Я не могу, типа, да? Прикольно, а чё? То есть обязательно должен быть серебряный ебучий меч. Ну ладно. Чё этот, сука, топор ты чё не достаешь? Заебал ты, блядь. Убери нахуй пока этот серебряный меч, блядь, и бегай с топором. Итак. А чё это за ракета, блядь, нарисована? Вместо силы черпайте магическую мощность, чтобы получить временный бонус. Используя вместо силы, первый раз даже получите одно очко умений. О, блядь. А вот это, блядь, нужное дело. А вот это нужное дело. Жизнь-то восстановим. И пойдем. Где эта хуйня стоит? Она под землей где-то или что? Или как туда попасть? Ну, сколько мне еще ждать? Блять, топор достань, придурок. Здесь он пиздит. Да ни хрена себе они валят, ёлы-палы. Обалдеть. Так. Загрузить последнее сохранение. Блять, валят, блять, пиздец, нахуй. Какие-то хуевшие призраки вообще, блять, невероятные. Надо, блять, в другое место куда-то сходить и ебу, блять. Я ебал бы такие мины. А как туда попасть, собственно, я что-то не веду, блять. Оно внизу находится или где? А, вон оно стоит. Надо, блядь, жизнь не восстановить опять. Иден, Квен, Игни, блядь, ху, Игни. Поехали. Да нема тут нихуя, алло, блядь. Ну, где-то внизу, скорее всего. Надо этих хуебанов еще пробегать, я ебал. Просто пробегаем и всех нахрен. Ой! Нихуя тут нет. Блядь, жирная пиздец. А, ей похуй. Ой-о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 й. Там еще что-то было? Одна плюха сейчас я сдохну. Что это за шняга такая, пиздец?
Показывает, еще сундук где-то есть. Непрочитанный ключ. Что за ключ, хуй его знает. Заебашила, сука, кого-то, а? Не играй с богами, отстижное задание. Не играй с богами. А, она типа тут застряла. Полуденница. 15-й уровень. Нихуя себе, блядь. Можно чуть вздремнуть рядом, короче, да. Это, блядь, ш... Я с тобой посплю чуть-чуть. Где это, блядь, твоя хватая это какого? Что за хуйня? А тут спать нельзя, типа, блядь. Дела, исследования. Ну я вроде все забрал. Полуденница. А как его пиздить? Серебряным мечом, наверное. А серебряный меч надо, блядь, чинить. Черпать. Блин, я. Оно где-то, наверное, внизу находится. Неизвестное место, пока еще не обнаружили. Да сюда. Угу. Блять, надо шмотки починить срочно. А чтобы шмотки починить, то бежать? Ой-ой-ой, так далеко. Так как же не пиздить, а? Как же ее пиздить? Серебряный меч почти сломался, блядь. 50% уже, сука, а чинить-то и нечем. Это все нахуй надо попродавать. Угу. О, я уже могу одеть. Хорош, хорош. Так. Так. Это что, книга содержит полезную информацию? Слава богам за то, что люди в них верят. Мы этим впервые украли мы кучу серебра и свечей, никто не следит дело. Известное дело. Так, кто бы осмелился в божьи дела лезть, ну а вот во-вторых, спрятаться мы все в руинах, которые будто прокляты эльфийскими башками. Никто туда не заходит, никто не заглядывает, нам даже не пришлось специально сокровище прятать. Тут все рано, в банке, блядь, сегодня поночуем в лесу, а после поеду в Новиград искать купца на весь товар, мы будем богаты. Эльке богатый, говорит, бля, ой, твою мать. И вот тогда я, может, брошу на храмовый поднос в благодарность за чего глупости и суеверия. Туда-сюда. Так, где-то они тут что-то запрятали, а я уже вроде подобрал. А что я там подобрал? А где оно? Блять, у меня куча всякой херни. Пластины из метеоритового серебра. Вот. О, 440 стоит, ни хера себе. Хорош. Не играй с богами. Задание дополнено. Отслеживание задания. В. Я не понял. В отслеживание задания. Я нажимаю В и чё? Так, а мне этих всех призраков отпиздить надо, но они как бы и меня могут отпиздить, нихуёво так. Ебашат-то они, блядь, нормально. Куку, блядь. Там собаки какие-то бегают. Так, звонит мне кто-то на телефон, звонит. Так, и я снова здесь нажму на паузу, ну вы, наверное, не заметили, потому что я по бырьку туда-сюда, раз-два смотался, а там другая тут, и все, и вот я здесь, короче, снова, вот, телепортировался сейчас туда и обратно. Так,
А чем ее пиздить, Квен? Серебряный меч достал. Квен. Игн, Квен, Игни. Телекинетический удар. Разум. Магическая ловушка. Игни. Ой, а как ее пиздить? Алло. Не-не-не-не-не, ты чё, блядь? Сейчас отпиздит только так, я понял. Кто здесь? Да, блядь, херня. Ой. А ты уже близко, блин. Угу. А что это за звук? Кто-то, блядь, там... Большой. А-а-а, грифон, бля. Здорово, бля. Ого, сплюхи вырубил. Обалдеть. Так, ну его нахуй здесь связываться с этими ребятами, потому что они так пиздят. Что я охерею. Единственное, что можно там ограбить этот долбанный сундук и по бырику свалить оттуда. В сундучке-то там дохрена всего. Дорого, богато. А я забрал? Кстати. А, да, я забрал. А еще чего лежит рядом? Трава вот эта валяется. Рядом больше... А, вон еще что-то есть. А, нету, что ли? И, а, не, есть. Вот она. Так, хорошо. Ну, сколько мне еще ждать? А что он уже не светится красным? В чем прикол? Полуденница. Ладно, пошли отсюда, потому что она нам пиздюрей наваляет только так. И нам надо... Продать все нахер, то, что же у нас там лежит, короче, и поделать чуть шмоточек получше. Мы-то сейчас пойдем куда-нибудь вот сюда, наверное, посмотрим, что там есть. Пока еще ни одно место или артефакт. Ну, блядь, ну, вот заебашить бы ее, конечно. Вот заебашить бы ее, конечно, блядь. Так, ну хуйня делов, наверное, для меня сейчас дохуя уровня, поэтому я, короче, поэтому я сейчас пойду на другое задание. Где мой этот, блядь? Range Rover, ау. Давай, погнали. Давай. Поехали. Там еще грифон пасется где-то, блядь. Который может навалять пизделей. Вон он, блядь. Ну, это заебал-то, нахуй. Ой, блядь, он прям нахуй пиздец. Убить не может. Там волки, блядь, воют.
Пока скачем, похаваем чуть-чуть. Отучу. Вперед, Платва! А тут кто? О! Это же знакомые пацаны, эксгибиционисты. Бля, чё ты жирный такой, заебал? Телекинетически оказывает влияние на разум противника. Ты, бля. Сейчас подождем, пока восстановится. Классная штука вот эта, блядь. Еще? Не отпускай его! Жалкое зрелище. Нехорошо. Ух ты, бля. Давай уже, бля, о. А он типа этот, 9 уровня, да? Нихуя себе. Нихуя себе, бля. Меч. Что еще? А чё труп светится? В смысле, блядь? Над ним поиздеваться надо или что? В чём дело? Так, понятно. Не, ну он почему-то светится, я хуй знает. Нет, он уже не светится. А, вот. А чё он светится? Непонятно, ладно. Пошли дальше, тут еще наши эти вот шишечки всякие мне. Шишечки, мечи. Там еще кто-то есть. Дезертир поговорить. А, поговорить можно с дезертиром? Убью. Давай. Насу. Насу. Получил, бля. Займется он жопу. Пидрила долбан. Ей парад тут, блядь, устроили, что ли? Охуели, бля. Охуели, блядь. Обычно ключей кучу всяких насобирал, блядь, пиздец. За мертвецы безоружны. Новое задание. Какие мертвецы? Куда мертвецы? Что делать? Что делать, а? Это что такое? А, это типа этот. Поджечь бочку можно? Не-не, не то, блин. Сейчас взорвется. Чпуньк. Жени, статуи где-то спиздили, мародеры проклятые. Ну, че это, блядь, смотри какие. Че еще тут есть? Тут прям веселуха, блядь. Ой, куча шмоток. Нихуя себе, они тут прибарахлились. Так, запорожец, блядь. Герой, давай, иди езжать туда, давай. Поехали. Куда поедем? По пути будем, пока там доскачем до этого, то туда поедем еще кому-то отпиздим. Но. Или нас отпиздят, что, конечно, в общем, нежелательно. Тут-то и недалеко. Всего 150 этих цифрок на экране. Так, ага. Ой, бля, ау. А, это типа магическая хуйня. Я типа не так это оказывает влияние. Махать!
И этот петух там, блядь, он меня шмаляет, охуел. Снайпер хуёв, блядь. Я вижу. Давай это, блядь, сейчас я тебе дам. Кто еще тут, блядь, стрелял? Все, вроде, да? Один. Так, надо этот... мародерством позаниматься, трупики обчистить, все такое. О, нет, уроны, блядь. Надо бабки эти обменять, заебали, валяются между грудом. Меч нужно, блядь, восстановить там всю эту хуйню. Так, это что такое? Уроны, палка. Рабка, мурабка. Ой, там еще какие-то жмурики бегают. Какие еще? О, они уже близко. Так, хорошо. Шмоточки. Блин, разобрали кого-то. А что, у него сожрали, что ли? Разделали чувака с ревни. Где, походу, сожрали? Вон, блядь, ноги в руки валяются. Точно, блядь. Борщик сварили с пацана, блядь. Пиздец какой-то. Ханнибалы проклятые. Ну, так им и надо, блядь. Ну, на самом деле, для средневековых лет это, конечно, обычное явление. Это, блядь, нормально. А кто это там? А эти, блядь, утопцы, блядь. Их там дохуя так, блядь. А чё тут, ну? Да иди жопу, с вами неинтересного шмоток мало. Надо валить куда-то, надо валить куда-то дальше. Надо валить куда-то, можно вот сюда сходить. Где мой этот лошадь? Иди сюда. Ой, что у меня в глазах двоится? Сушеная рыба. Я отравился или что? Блин? Странно. Так, а мне обходить надо, да? А мне, да, обходить надо. Ой, бля! Нихуя себе! Ты чё творишь, бля? О, это, блядь, пиздюлей только так надо дает. Оказывается, наверное... Бля, да она же не коцается. Не, ну его нахуй, она пиздюлей дает, блядь, ты чё? Ты чё, она нас сейчас убьет, нахуй? Надо валить отсюда, пошли. Где это, блядь? Телепорта. Телепортатайна моя вот эта вот. Латвай, на четырех копытах. Пошли отсюда, ну его нахуй. Но. О, еще один, да. Еще какие-то, блядь, гамадрилы, блядь. Что это такое? Поселение нудистов, блядь, или что это? Давай, блядь. Надо за спину зайти. А, каннибалы! Каннибалы, сука, надо. Бабёнку какую-то захуярили. Хуели, блядь. Развелись тут всякие гамадрилы, блядь. Каннибалы, блядь. Вот, сука, нахуй. Ничего, теперь тоже тут червячков покормить из собаки, бля. А тут у меня телепорт, все замечательно. Замечательно. Вон кого-то замочили еще. Гляди, блядь, садисты ебаные. Смотри, что творят.
Охереть. Охереть можно. Так, там еще шмотки. Надо забрать. 4 штуки. Вот тут в кучке где-то что-то. Бритва. Крон, крон да хуя. Надо, блядь, сдать их где-то, потому что пиздец. Чё? Ну давай. Откуда вы прибежали, блядь? Проклятый каннибал. Все? Все забрал. А что там в хате лежит? Надо посмотреть. Что-то здесь есть. Подсолнух. Что-то ценное тут есть. Помародерствуем. Одуванчик. Одуванчик. Зажечь нам нет, не надо. Трубка. Там хуи что-то собрались, ну, и сундучок. Ой, железный слиток, чертеж. Маста против магических тварей. Туда-сюда. Улучшенное седло. А что дает улучшенное седло? А что нам дает улучшенное седло? А где оно, кстати? О, перчатки. Шанс критического удара. Ну, они лучше моих уже, да? Брони больше, это уже хорошо. Оденем. Уже заебись. А это все надо барахло продать нахер. Так, а седло что, авто наделось, типа, да? Само наделось? А, вот. Двадцать пять энергии, хорошо. А это что такое? Шоры, прочее. Тревога лошади. Это, а пиздить типа, чтобы бежала быстрее. Куда я? Сюда, да? Талисман. Рука. Куча всяких ключи, ключ обычный, ключ, блядь, ключ, куча всякой ебалы, блядь, не собиралась. Ебанула. Алмаз на нихуя себе, она стоит 750, хорош. Надо попродавать нахуй хуйту и пообновлять себе моточки, да. Так, куда дальше? Пятьдесят четыре метра, блядь. А, у меня... а, я ж могу отправиться сейчас сразу в этот. Вот, а нахуй мне, блядь, я поеду вот туда. Верстак брони. Точно. Я сейчас пойду шмотки улучшать. А потом, быть может, вернусь обратно. Купец. Бронник. Мой-то снова потащился. Так, это что, мне еще не шмоточки тебе надо еще? Она какие-то проклятия на них насылает. А что это? Живую высасывает. Е использовать. Ваши вещи были улучшены. В смысле, блядь, улучшены? Просто подошел, я нажал, и все, и ваши вещи улучшены. Так, короче, игра у меня целую кучу раз вылетала, не знаю, в чем дело, но мне кажется, это из-за постоянного сворачивания, то, что я нажимаю там вот этот вашу кнопочку Windows, для того, чтобы там посмотреть, как оно там записывается, работает микрофон, ну, все такое, в общем. Вот, и оно, значит, плохо на это реагирует, вылетает, а разрешение конское, 4К, и как бы это плохо, значит, система справляется, поэтому так больше делать, наверное, пока не будем. Да? Антоша, я записываю видео аккуратно. Так, погнали дальше. Мы тут уже все, значит, обчистили, зачистили. Здесь никого уже, кроме нормальных людей, не осталось. А вот там травка какая-то у нас есть. А что, я не понял. Покрестьянин. Ты кто такой? Взять. Ага. Ага.
А что это? А что за травка? А, у. Ремонтный набор есть. Прочитать. Стоять. Братья и сестры, приходите к нам на чертов скок. Скорее, хорошо. А что это за листочек? Листьяне. Свечи. Это это типа, да? А, травма. Да, ладно. Сейчас мы что-нибудь продадим. Чтобы нас не валялось в инвентаре. А, продать мы ничего не можем. Продать мы его ничего не можем. Пойдем? Кроме алхимических товаров. О, 108. Они на самом деле не такие дорогие. Эссенция призрака. А находить их сложно. Поэтому мы их, наверное, пока что оставим. Нам еще бомбы там какие-то всякие вот эти вот изготавливать надо. Поэтому. Нам все... О! Алхимический ингредиент кальций. А у меня денег не хватает. Мне селитра нужна, а у меня селитры нет. Селитра 425. Угу. Там какую-то бомбу можно сделать. Ладно, ладно. Пока что с бомбой мы это... Повременим. Было. Погнали. Так, надо жизни восстановить. Где там этот телепорт? Так, куда нам пойти? Здесь берег погибших кораблей. Продавец. Продавец на берегу. Так. Ребята. Дождик. Прикольно. А что мы ему можем продать? А что у нас там? Ой, штанишки-то. А это я-то одеть могу. Что это, слышишь? Мощь Акси. Сапоги вот это все продать надо. Продать. Это мне вставлять некуда. Там вызвать, отравлять. Это тоже мне продавать. Это некуда вставлять. О, гномский гвихир. У этого парня недостаточно денег. А, денег уже не хватает у него. Угу. Плохо, плохо. Ты чё? Мало. Так, шмоточку, броня плюс 8, хорош, плюс 5, сопротивление колющим ударам, сопротивление, но здесь сопротивления много, но здесь тоже сопротивление есть, рубящим, ударным колющим ударом, но и брони больше, здесь плюс 5, а здесь натрешь. 113, в принципе, недорого возьму. Прощай. Так, где там счет? Где наш рюкзачок? Так, плюс 8 к бронику. Так. О, так это с двумя этими дырками. Я сейчас могу что-то там сделать ему. Шанс вызвать. Мощь знаков, шанс вызвать отравление, шанс вызвать кровоточение, шанс вызвать заморозку. Хм. 700 стоит, дополнительный урон при критическом ударе. Шанс критического удара 5%, но это мало на самом деле. Но мы же его, наверное, можем улучшить. Да? Мы же его, наверное, можем улучшить. Надо, значит, куда-то идти улучшаться. А куда мы можем пойти? Здесь у нас ремесленник, кузнец. И...
Сюда пойдем. Попробуем улучшить шмоточку. Может, на урон там прокачать ее еще что-нибудь. Да, ты прав, льет как из ведра, песик сидит. Так, а где, а чё, куда? Мальчик. Так, мечушку-то я поточил. А где это делся? Алло. Трамбуется там такой крестьянин. Букмекер. А где он делся? Алло, ты где? Может, он в доме? Поговори. Перелазь давай. Где этот ремесленник делся? Кузнец спит. Сейчас подымем. Не встает. Че, работать давай? Что ты там этот? Покажи мне свои товары, я хочу. Продам, наверное, то, что дай там. Дай посмотрю, что есть. Осталось. Может, что выберу. Штанишки вот эти мне ненужные всякие. Вот это все продавать. Мечи ненужные. Это я ставлю. Это нет, я ставлю. Так. Может быть, мы его даже сейчас улучшим, Леша. У меня есть вот такой чертеж. Сможешь сделать по нему оружие? Так, оружие. Не тот ремесленник, не тот ремесленник. Доспех. Так, перчатки, не тот ремесленник. Уровень ремесленника слишком низок. Серебре не хватает ингредиентов. Ух, урон, блин, можно поднять так нехило. А что там с остальным оружием? Не хватает ингредиентов. Плюс 19 к плюсу. Ой, хорош. Улучшенный стальной меч школы Грифон. Уровень ремесленника слишком низок. Ну это на самом деле классно. Предмет из комплекта. Необходимый уровень 18. Кузнец подмастерье. Ой, 200-205, нехил. Ау. И я тебя люблю. Так, что бы нам улучшить-то? Не хватает ингредиентов. Цена 104. А чё? А, у. Всё, что ли? В рюкзак добавлен предмет один. Изумрудная пыль. Так, а чё? Я типа всё сделал? Удачи. Рюкзак. Не понял.
Так, что там не добавилось? А, вот он. Изумрудная пыль 125. А как улучшать шмо... Ну? У меня есть вот такой чертеж. Сможешь? Так. Стальное оружие, не хватает ингредиентов. Бабки, значит, с меня содрал. А, это чертеж типа надо. Стальной меч, надо было с людьми. Магический предмет. Наверное, так получается, ну? Серебряный меч. Ремесло. Убрать улучшение. Еще нет. Разобрать. А что разобрать могу? Снаряжение. Разобрать. Укрепленная кожа. Может попродавать что ли, как письмо к... Да. Цепь. Мне вот это надо все интересно. Разобрать черная жемчужина. Ванну. Не, мне больно. Кайся. Да. Так, а ему... А, я ему не могу продать. Ремесло, алхимия. Может попродавать все вот это вот, я не знаю. И пусть будет, надо, блин, сходить к какому-то другому чуваку. Да. Денег уже катастрофически не хватает. Изумрудная пыль, всякая шелк, 42. Что-то у меня еще есть. Пластина из метеоритового серебра, 188. Пика. Не хватает деталей на... Нету... Там низок. Заберу. О, ты нагелся? Удачи. Так, а где же училась эта шматья? Я там что-то купил? А куда оно делось? Так. Бритва. Ремесло. Так, ладно, погнали дальше. Потом разберемся, куда идти. Куда нам идти сейчас надо? Здесь ингредиент. Здесь можно купить алхимические ингредиенты. Мне не надо. Лагерь бандитов. Пошли, разнесем очередной лагерь вот этих вот ваших бандитов. Где мы это?
Таврия. Иди сюда. Жигули. Копейка. Ну и баду. Поехали. Чем ты все бухаешь, что ли? Бадуны все. У детей бадун, у женщин бадун. У всех бадун. Так, а вот и наши бандиты. По зенкам его, сукина сына. По зенкам его, надо. Что это может быть? Что это, дезертиры? Что это может быть? Ого. Не. Всю всех растусил. Топор. Бритва опять. Снова куча шмоток. Ненужных. А тут чего? Так. Все? Че еще? Бутылка воды. Сундук на улице стоит. Прикольно. Уголь. Чертеж, охотничьи сапоги. Магический предмет. О, прикольно. Сапоги. Броня 11. Восстановление энергии в бою. Сопротивление колющим ударам. Сопротивление... Энергии в бою 1% всего лишь. Ну как бы броня минус 6. Тут 17 броня. А здесь один. Да не годится. Совершенно не годится. Поехали дальше. Здесь можно купить алхимические ингредиенты, мне не надо. Здесь еще что-то есть. Где моя лошадина? Па-па-па, скакали, скакали. Поехали. А что, забор не можешь перепрыгнуть? Давай, погнали. Капец, какой-то застрял. Чё ты останавливаешься, это не попал, ё-моё. Погнали через поле. Травка ещё какая-то растёт. Ох, нельзя, блин, с лошади поддрать сюда дело. Волчары резвятся, гляди. А, собака, собака. За мной гонится. Так, а ты куда ты меня ведешь? Здесь что? Шевелись, плотва. Да, здесь. Что-то есть. Так, это что? Поврежденное водой письмо. Здесь что-то есть, здесь что-то есть. Утонувшее богатство. Так, нет, нам карта нужна. Так, неизвестное место. Там на островке еще что-то есть. Ну, пошла. Погнали. Погнали, погнали. О, пацаны. Ой, хорош, двоих сразу. Да давай сначала попробуем. А потом говори. Ясно. Так, получен 150 опыта.
шмоточки забрать надо. Кронатых и очень-очень много. Надо посмотреть, где их можно обменивать. Эти ваши кроны. Так, кроны. Можно обменять кроны в банке Вивальди в Новиграде. Банк Вивальди в Новиграде. Это что-то на самом деле, это не очень много денег. Поврежденное водой письмо, а что это? Мольке, я знаю, что ты бросил ремесло контрабандиста, что ты отложил кучу монет и не хочешь больше рисковать, а собираешься тихо мирно жить с женой и детишками. Но я хочу попросить тебя об одолжении. Нужно еще разок доставить груз, и это в последний раз. Конечно, в последний раз. Самый предпоследний. Обещаю. Работа проще простого. Пара ящиков почти без риска. Чувак с доктором. Оплата хорошая, пожалуйста, сделай это. Если не ради золота, то хотя бы в память о старой дружбе. Утонувшее богатство. Задание дополнено. Погнали сюда, тут на самом деле не очень-то и далеко. Пробежимся фитнесом. Корабль он видит. Утопится. Ой, у него прессует как. Прям так дают прикурить нормально. Так, еще записки контрабандиста. Да я так понимаю, где-то здесь искать надо, да? Дорогая ошибка, новое задание. Это утопцы там плавают? Выходу, да. И там тоже. А чё, если на корабль пойдем, интересно, что там можно что-то найти? Там у людей куча всего. Ну проверим, пошастаем. Кто знает, может что-то. О, есть сундучок какой-то люди. Чертёж. Хорошо. Крабы ползают. Бочка какая-то. Это, наверное, куча всего может быть спрятано. Надо поплавать, посмотреть. На корабле еще, скорее всего, что-то лежит. Или нет? Топцев-то куча вокруг плавает, а нет, здесь ничего нет. О, плавает. А вон что-то там на дне есть. Это трава. Нет, траву не хочу. Ой, сейчас он ко мне пристанет, наверное, да? Не, ничего. Он по берегу плавает, смотри. Ну даешь, пацан. Циракет, он такой прям модный. 10 уровня. Мозг чудовища. Так, что тут еще есть? Кораблик. Ой, хорош. Ой, хорош. Понабирал тут кучу всего. Еще вот есть прах. Там еще корабли валяются.
А здесь чего? Бочки. Это удочка. Ну, на самом деле, как бы шмоточки есть, но не такие уж они ценные, я подумал. Чей-то лагерь был. Он какой-то ящик. Ну так себе на самом деле. Так себе. Погнали дальше тогда. А вон на острове там что-то есть. Это где мне аж плыть надо, ё-моё. А вдруг там крутится одна есть, а? Загоняем, мало ли. Мало ли, вдруг там что-то очень ценное есть. А на корабле здесь еще, да? Бочки вроде бы лежат. Или сундук. А, я тут уже был. Ну поплыли. Поплаваем. Ой, там кто-то. Ой. Сокровище под охраной. Вот это, конечно. Вот это, конечно, мне не очень нравится. Полуденница 15 уровня. Она сейчас может навалять. Все так бузару. Завалим отсюда. Так, куда нам там дальше? Куда нам там дальше? Неизвестно, нам сюда. Ой, эти плавают. Так, меня не трогать, пацаны. Я тут так. Бассейна дома нету, решил тут поплавать с вами. Этот. Так что... Пожалуйста, не надо. Дайте спокойно поплавать, погулять. Так. Судя на любовь, в принципе, можно и пробежаться. Надо похавать, а то здоровья уже совсем нету. Пенсия, пенсия, здоровья нет, ничего нет. Ты больной. О, эти типа нормальные, да? А что это? Чего? Че, это я типа их оборовал? И они решили мне навалять? Ну это совершенно не я, это Ярл все. Он тут ворует. Шура. Такой ерунды полный. О, ремонтный набор кораблицкий кожи. Штаны следопыта. Бухло нашел. Так, а что они дают? Броня. Сопротивление поля, туда-сюда. Ой, они с этим. С ачейкой. Можно что-то вставить, какой-то камешек. Мощь знаков. Шанс вызвать оглушение. Шанс вызвать отравление. Шанс вызвать кровоточение. Шанс вызвать заморозку. Шанс вызвать заморозку 2%. А у меня еще камешки есть такие? Шанс вызвать кровоточение 2%. Ты, конечно.
Вставлять, не вставлять, не знаю. У меня их два. А здесь один этот. Один только, да. Шанс вызвать кровоточение. Оглушение. Может, знак. Плюс 2%. Блин. О, так вот же у меня. Вот же мой. Точно, я просто... Что это я это? Так, может, это... У меня же это есть точно. А, нельзя? А чё? Руну какая распишите в пустой ящике на мече. А, на мече. На мече. Шмотку вставлять нельзя. На мече. Ну вот, меч типа тоже вставить не могу. Ну ладно. Штаны, шапаи. Эх, на мече, на мече. Ну типа, а чё я не могу вставить? Может, надо его сюда? Угу. А, не, не, у него урон маленький. У него урон маленький. Совсем. Был бы урон побольше, можно было вставить. А так. Мощь знака. Потому что порта валит нормально. Ну тут критический урон, блин, нанести. Это, блин, как бы лучше или не очень? Ладно, погнали дальше. Куда нам там? Еще. Продавец. Неизвестное место. Тут еще что-то есть. Пошуршали, поглядим. Не материтесь, ну, ребят. Сколько мне еще ждать? Я же не ругаюсь, а вы ругаетесь. Это что такое тут самое? Ничего себе. Там еще двое эти лучники, да? Вот и все. Вот и нет, пацанов. А шмотки-то у них забрать? А, да, хорошо. Так, что тут есть еще? Маска, ключ от клетки. А какая клетка? Здесь, наверное. А вон клетка. О, стрела в воздухе застряла, гляди. Снова. Я уже такое видел. Вот это глюки. Шмоток завались, просто потеряться надо. Ключ от клетки. Эта клетка не открывается, да? Предмет нашел ворот. Выйди отсюда. Ну вот он. А,
А, вон клетка. О, это что такое? Записка разбойника прочитать. Столько всего. Много вещей, еще просто в шоке прям. И прям очень много. Ремонтный набор, это, блин, хорошо, уже нормально. Меч, серебро. Отлично. Почему-то человек насобирали, будь здоров. Так, еще куча всего валяется. Еще один ремонтный набор. А что, в клетке кто? Чувак какой-то. Так, а... Спасибо, сударь. Вы мне жизнь спасли. Открыл, да? Сирюльник. Я вас за так подстригу и побрею. Спасибо, сударь. Вы Пожалуйста. Так, здесь мы все уже. Тайник с ценными вещами, лагерь беженцев, неизвестное место. Можем пойти у туда и посмотреть, что там. Где мы это? Лошадина. Но это делать мы уже будем в следующей серии. А пока подписывайся на канал, ставим лайки, комментируй видео обязательно. Распространяем все в сетях. Всем до скорых встреч, дорогие друзья. Пока.